Ну да, мы с ней поднимались. Ага. Деда покормили, потом к бабушке, потом на телеграф посылку ж получить, потом в кафе ездили с ней. Я там пока считала, она с Галей ходила там, ну, у нас елка во дворе в кафе стоит. Там. Ага. Ясно. Ну, Валя уже подошли, да? Ну да, но только они под шубу не подходят, зато они хорошо подходят под костюмы, что я и купила, куртку с комбинезоном. А под шубу не было, просто у нас сейчас выбора нет, и там и быстро, и все так, короче. Не, ну ей хорошо. Ну, хорошо. Ну, это приятно. Я боюсь. Иди бабушкам покажи, сиди покажись бабушкам. Опаять не дом. Съела колобок, да, лисичка? Реально, покажи хвостик, хвостик покажи. Да, уже надо. Зачем ты кинула? Реально, пойди свет включи. Ну, папа сказал. Ну да, она, наверное, часов в 11 уже дома будет. Ладно, тогда. Ну все, спасибо вам большое, давайте. Не болейте вы там хоть. Угу. Ну все, до свидания.